Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в отношении трех жителей Хабаровского края возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе следствия установлено, что 29 марта 2023 года подозреваемый, действуя группой лиц по предварительному сговору, в городе Хабаровске незаконно осуществили перевозку на автомобиле, добытой одной туши особо ценного дикого животного, амурского тигра, с целью незаконной продажи. Неподалеку от перегона Хабаровск-2 Красная речка дальневосточной железной дороги подозреваемые были задержаны при попытке передать за 700 тысяч рублей тушу амурского тигра лицу, действовавшему в рамках проводимого органами ФСБ России оперативно-розыскного мероприятия. В настоящее время фигуранты задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Следователями и криминалистами Следственного комитета России с участием подозреваемых проводится комплекс неотложных следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигурантам.